У нас опять игра дуэль со своим соклановцем Фангизом. Значит, второй раз мы играем друг против друга. Папа, ты не видел вот фартук вот такого цвета и косынку розовую сюда? Ну как быстро перезаряжается у тебя пушка? Пап, ты не... Она медленнее, чем Милан, кстати. Ну, мы так договорились, что оружие мы друг у друга подбираем. Правда, он истратил столько патронов. Что приходится подбирать. Но это не успею я подобрать. Кстати, по-моему, ППС даже не проседается. Ну, тут придется. Это вот я от бедра в тебя пострелял. Не надо от бедра стрелять, целься. Только центр же, да? Да-да. Прозевал момент, где ты находился, и схлопотал пульку. И патрончики не знаю, как теперь. Где мне брать патрончиков? Обидно. А, ты, кстати, скин не снял же. Не снял? Нет, ты не снял. Вот так вот, четко. Ты отсюда не ждал? А здесь ребята мешаются немножко. Немножко мешаются. А, ты подбираешь, чтобы патронов не было, да? Я знал, что ты там находишься, но не знал, что настолько ты злой, злой таракан. Блин, я чуть этого не убил. Ой, какой долгий в прицеле. Чей так, я даже прицелиться не успел. Альпина быстрее прицеливается. Ты от бедра убил или как? Нет, с прицела. Не дал человек мне поднять. Представляешь, забрал. Забрал винтовку. Вот это вообще наглость. Это опять не ты. Ну, мешаются они. Вот они мешаются, и я слышу шаги этого урода, который Андрей был. Ну почему так вот происходит в этой жизни, а? Попросили же, дуэль. Успел прицелиться. И бежать не успел. Ты, короче, бегаешь на согнутых ногах у меня на видео. Ух
Ух ты, я даже не знал, что ты тут. Хитрец. Не успел убежать. Зато все патроны потратил. А вот зря я пошел за патронами. Ну что делать? Винтовка есть винтовка. Как прикольно я тебя... снял. Будет на что посмотреть. Как-то ты неправильно выходишь. Вот подкатики. Молодец. Не мешай, твой боец. Я его сейчас застрелю. Не успел нажать на кнопку. Только прицелиться успел. Ангис. А где ты был-то? Я думал, ты там остался. Я даже не видел, как ты пролетел туда. Представляешь? Wow. Эх, патрончиков, патрончиков, давай-ка мне побольше. Ой, а ты здесь уже? А я тебя ищу там, представляешь? А как ты пробежал? Ты успел, да, наверное? Ну ничего, осталось чуть меньше 2 минут. Так, что это было? Это было жестокое убиение. Это было очень жестокое убиение. Так нельзя делать. Ты будешь наказан за это. Очень сильно и жестоко будешь наказан. Красная точка выдает, дружочка. А так как ты всегда едешь в подкате, надо смотреть вниз. Вот оно. Вот оно, прилетело мне. Прилетело! Я не ожидал. А теперь ожидал. Прыгнул боком, да? Поэтому ты меня и поздравил. Вам же нужно счет увеличивать, дорогой дружочек. И вам это удается. Ну ладно, уменьшим. Вдруг ты меня еще раз убьешь. 5 секунд, 4, 3, 2, 1.
И пуск! Пуск! На последней секунде победил Валера. Ну как на последней секунде? Я тут такие отсчеты давал, потом видео послушаешь.